Майор Сергей Солнечный смотрел на молодых солдат и размышлял. Ему приходилось служить в этой части, учить солдат. Всю жизнь мечтал служить летчиком. Постоянно просматривал фильмы о самолетах, фотографии на рабочем столе держал. Даже учился в высшем военном авиационном училище. Но что-то не получилось, и он пошел в связисты. Ему исполнился 31 год, детей и жены не было. Сегодня было учение с применением боевых гранат. Такие учения проводились в этой части впервые. У одного солдата сорвалась граната. Солнечный метнулся и бросился на гранату. Бронежилета на комбате не было. Нарушение требований правил безопасности. Сейчас сложно сказать, какие еще нарушения там были и сколько людей стояло рядом. Сколько могло погибнуть солдат, если бы герой не накрыл с собой гранату? Срочники говорят, что десятки. Майору присвоено звание Героя России посмертно.